Всем привет, с вами интернет Тула. Сегодня мы работаем в Веневском районе, деревня Дмитриевская. Такая вот тут жопа, овраг, внизу вон речка протекает. Я тут лазю, снимаю обзорчик небольшой. Вот такой рельеф, это яма, церковь, водонапорная башня, какое-то болото. Но интернет не сюда проводить, чуть повыше, но тоже в низине находятся дома. Вот я поднимаюсь вверх по горочке, тут такой холм, и в один из тех домов, который наверху, будем проводить интернет. На самом деле он не наверху, он наверху по отношению вот к этой низине, а следом идет еще одна возвышенность, то есть как ступеньки получается. Радиосигналы очень сложно сюда пробиться. На крышу завалишь, вроде работает интернет, внизу в доме, соответственно, ничего нет. Здесь никаких мачт мы устанавливать не будем. Здесь у нас достаточно высоты конька. Там наверху интернет есть хороший. Вот поднялся я. Вот такой вот вид здесь. Ничего, красивая церковь. Вот. Как в фильме «Жуки». Интернет на эту церковь, если залезть, можно раздавать на всю деревню. Но мы не в фильме, мы в реальности жестокой. Где эпидемия атакует, люди работают дистанционно. Это реальная жизнь, а не фильм. Сейчас будем делать интернет. Вот монтажник у нас уже на крышу монтирует интернет, устанавливает кронштейн. Вот такой высоты дом. Сейчас засверлится, он будет ставить антенну, уже потом юстировать ее. От нее кабель будет в дом идти, и в доме уже будет Wi-Fi роутер, интернет в доме будет. Вот здесь ребята работают тоже, что-то ремонтируют. И вот такой рельеф здесь. Сейчас будем интернет делать. Тест мы перейдем чуть позже. Видео отдельное будет по этому месту конкретно. Через портал. Через тот портал, который, ну, коммуникацию. Вот. И нам регистраторы писали, что обратилось все равно на должностное лицо. То есть они говорят о том, что вы не можете удостоверять свои ИЦП другого человека. Вот, по сути. То есть мы подписывали документы. Ну, короче, они сказали, что так нельзя. Если они даже какое-то время даже проходило.